Дворец пионеров и школьников Орска выиграл грант на реализацию проекта «Спортивное ориентирование. Первые шаги». Конкурс проводился Российским движением детей и молодежи «Движение первых». Более 500 тысяч рублей направят на обучение специалистов и приобретение электронной системы отметки. Цель проекта – привлечь внимание школьников 9-11 лет к занятиям спортивным ориентированием, где ребята при помощи карты и компаса проходят неизвестную им трассу через контрольные пункты. Для этого используются индивидуальные чипы. Результаты считываются автоматически. Как сообщает пресс-служба администрации, уже осенью этого года Дворец пионеров и школьников и школа номер 37 проведут первые открытые соревнования. В дальнейшем систему отметки будут использовать на городских соревнованиях среди образовательных организаций по всем возрастам. Всего же от Оренбургской области до конкурса «Движение первых» допустили 61 проект. Победителями стали 16 организаций и один индивидуальный предприниматель. В совокупности они получат 16 миллионов 865 тысяч рублей на реализацию своих проектов.